Одинцовская теплосеть – одна из самых крупных организаций Московской области. Ее сотрудники – настоящие мастера своего дела и каждый день следят за исправной работой всех коммуникаций в жилых домах. Сергей Кретов трудится на благо города уже 22 года. В день работника жилищно-коммунального хозяйства он получил свою заслуженную награду и вспомнил, как начинал свою работу. Я начинал работать слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, потом отучился и перешел на мастера по тепловым пунктам. Ну, где-то уже где-то 22 где-то. Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина, а также местные активисты партии «Единая Россия» поблагодарили работников ЖКХ за добросовестный труд и вручили им благодарственные письма. Чтобы коллектив оставался мотивированным, сплоченным и с удовольствием приходил на работу. Пожелать здоровья, абсолютно разных успехов и профессиональных, и личностных. И, конечно, доброго здоровья вам и хорошего настроения. С праздником вас! Юрий начинал свою работу в сфере ЖКХ в 1994 году. Первая его должность была электромонтер, но в это время еще отучился на инженера. После этого перешел в компанию «Коммунальные услуги», где трудится и сегодня. Пригласили его в «Коммунальные услуги», вот, и перешел уже непосредственно сюда. Ну, должность мастера участка, как бы, ну, в принципе, специфика та же самая и была. Инженер и мастер участка. Вот. Ну, проработал здесь тоже на должности мастера порядка 10 лет. Ну, вот как бы мой труд оценили. И вот директор Павел Самсоныч предложил должность начальника жилищного участка. Также без внимания не остались и сотрудники управления жилищного хозяйства. Всем вручили благодарственные грамоты и подарки. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».